Мое убеждение в том, что любой промысел, ну, его очень сложно убить полностью. Это как росток, как живая, как эта сила народа глубинная. Может произойти кризис, она там что-то произойдет, немножко затухнет, а потом опять расцветает. Ведь мы были свидетелями этого, ну, и, может быть, не сами, мы знаем, что после революции мастеров гжельских просто репрессировали. Очень многих выслали так, что никто, и многие не вернулись обратно. То есть обескровили промысел. Вот. Но, тем не менее, он жив. Он жив. И майолику мы не забудем. Вот мы же занимаемся этим. На каком уровне? Как это будет все происходить? Но это будет происходить, потому что она нравится. Она воплощает очень много в себе народного, технологии. Вот. И когда мы показываем эту продукцию, люди просто удивляются, они радуются даже, потому что их это радует. Алексей родом из Севастополя. В Гжель приехал по приглашению двоюродной сестры и задержался здесь навсегда. В далеком уже 1983 году Леша Рыженок, как и многие молодые люди того времени, искал на земле романтику. Ну да, это небольшая печаль с одной стороны, а с другой это радость. Вы знаете, когда Николаю Борисовичу тут говорили, ну вот, сидишь ты тут целыми днями, работаешь, съездил бы в Хургаду там какую-нибудь, покупался. А он ответил, говорит, Хургада моя здесь. То есть я получаю от этого удовольствие. Ну тяжело, да, хочется иногда, и семья тоже требует, что выходной-то надо же как-то. Ну выкраиваем. Все мои тетрадки школьные были зарисованы, как мама говорила, чертиками. То есть я всегда тяготел к этому. Может быть, у меня, конечно, не получалось это. Я не получал образование до техникума. Я не ходил в художественную школу, в отличие от моих одноклассников, которые несколько человек закончили ее, но их судьба сложилась по-другому. А все это проснулось здесь, когда вот меня познакомила моя сестра с этим заведением. Сходил на занятия, посмотрел, чем занимаются ребята. Но я был уже взрослый человек. Я отслужил армию. Вот, и в отличие от тех ребятишек, которые там учились, 15-16-летних, я был уже достаточно взрослым человеком. Вот, но тем не менее, ну как достаточно, 22 года. То, собственно, по нынешним меркам мальчишка. Вот. Но тогда я уже был повидавший кое-что. Вот. И тем не менее, глаза мои раскрылись. Я увидел красоту промысла, то, что делают ребята. И все, на этом закончилось мое желание поехать на север, романтика. Вот где моя романтика оказалась, вместе с чудесной девушкой и с этим промыслом. Настоящие художники, которые создают образы, они их придумывают. Такой был Николай Борисович Туркин, например. Это и товарищ, и учитель, и предмет для восхищения. Ну, подражание не могу сказать, нехорошо подражать, наверное, хотя, если брать самое лучшее, то можно, наверное. Вот он был художник от Бога, в нем это было внутри. Он и ремесленник был, и художник
с большой буквы. Я себя больше отношу, конечно, к ремесленникам. Искра Божья, может быть, и есть, но она не горит таким пламенем, как, вот, например, в вышесказанном Николае Туркине. Вот. А то, что в ремесле, достигается, конечно, трудом, знаниями. Когда я работал модельщиком, занимался фарфором много лет, да, 25 лет это примерно, на разных предприятиях. Ну, на двух, собственно говоря, на объединении Гжель и на заводе электроизолятор, Гжельский фарфоровый завод. Там технология была достаточно несложная. Ну, во-первых, сырье подавали тебе, во-вторых, одна краска, кобальт, да, там как бы только техника должна быть. А вот когда я коснулся майолики, глины, глазури всевозможные, оказалось, что это такое поле, это так, столько знаний надо иметь и по химии, и по физике, что просто невероятно. Тут жизни не хватит, чтобы вот все изучить. Как у многих талантливых людей, у Алексея случился кризис жанра. 10 лет работы на Гжельском фарфоровом заводе. Ситуация зашла в тупик, и мастер решил изменить вектор своего развития. Что-то у тебя вот в душе повернулось, ты хочешь что-то другого. Ну, открыть Америку, да, например, там, слетать в космос, я не знаю, поменять что-то. Ну, так повезло, что мы в разговорах, в беседах вот с моим партнером Михаилом пришли, он говорит, вот у нас гончарка, вот я там видел. Меня просто поразило. Ну, ведь вот же глина, она же здесь добывается, ее возят по всей стране, а мы ничего не делаем с ней. Наша глина? Да, конечно, гжельская глина. И слава богу, что есть такой Сергей Грачев, который сохранил, ну, как я знаю, мазозаготовительный цех Фенина. Это остатки майоликовых производств. Было два цеха, Фенина и Трошкова, где работало много людей, которые производили эти изделия. Вот они сохранили МЗЦ, массозаготовительный, где глину с карьера перерабатывают уже готовую для употребления глину, для гончарки, для лепки, ну, готовую. Потому что так вот здесь с карьера, например, глину накопать в мешок, ну, это очень некачественно будет, непрофессионально. В 2013 году Алексей Рыженок и Михаил Рогов создали в селе Речице гжельскую гончарню. Здесь не встретишь гжельских сувениров и вазочек в бело-синем исполнении. Ремесленники создают крынки, горшки и различные виды гончарной посуды. Судя по нашим встречам на выставках с людьми, люди истории не очень хорошо знают, а это мягко сказано. И когда они видят майолику, они очень удивлены. Они говорят, да как, вот это же синяя, только гжель, может быть. Хотя такой она стала в 40-х годах 20 века. Это даже 100 лет не прошло еще. А до того, что было, не знают. Да. И мы должны донести до людей. Наша задача научить людей красоте. Гжельскую гончарню в народе еще называют терракотовым домом. Здесь Алексей объединил художников и ремесленников, которые имеют возможность проявить свою индивидуальность и неповторимость. Алексей сумел разглядеть в этих людях настоящих мастеров. Гончар у нас великолепный, Александр Гапонько. Вот, мастер очень большого уровня, большого класса. Ну, я не знаю, как выше какую ему придумать категорию. Мастер, это с большой буквы. Ну вот. Он берет глину, например, изделие, вот какое-то, ну, такое вот кругленькое там что-то, да? Он знает, сколько оно весит. Он отмеряет на весах кусочки глины, сразу там заготавливает там, ну, 100, например, комков. Распроминает ее, дополнительно все равно выгоняя оставшийся воздух, усредняя, то есть глина может быть снаружи быть чуть-чуть подвяленная, внутри сырая, ее нужно усреднить, то есть перемять, как тесто. И уже вот эту усредненную глину он нарезает на кусочки, взвешивая, садится за гончарный круг. Ну, наверное, он благодарит Господа за то, что тот позволил ему этим заниматься, и начинает работу. И по сколько часов вы в день за гончарным кругом проводите?
по-разному. Бывает 8, 10, 12. Папа, нам, наверное, домой приходите, глаза закрываете, перед вами гончарный круг, да? Бывает, да. Бывает. Ну, я не только протачиваю, не только гончарю и протачиваю, еще вот у нас точка есть. Маша, как ты устроилась, когда стала? У меня еще и своя мастерская есть отдельная, где я занимаюсь там, чем только не занимаюсь, и живописью, и фарфором. После обжига изделия приобретают терракотовый цвет и отправляются на молочение. Вот. Молочение – это такая технология, она возникла, скорее всего, но есть разные предположения. Я склоняюсь больше к тому, что когда делали варенец, в крынку наливали молоко, ставили его томиться в печь русскую. Вот это молоко частично выгорало, и крынки, если вы старые крынки видели, очень старые, они такие неровного цвета, коричневато, да, мутноватые, сероватые. Вот это и есть то самое молоко, которое выгорало в печке. Ну, потом кто-то умный человек придумал их просто вот окунать в молоко, пережигать на 300 градусов, 350 градусов. Оно выгорает, и получается ровный цвет полностью. Да, 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 да. Ну, то есть, если это годами, например, в русской печи делалось, в обиходе, да, в хозяйстве, то это мы делаем специально. Как будто бы она вот много лет... И людям это нравится. Людям нравится. Они, многие говорят, ой, как у бабушки, ой, как вот в деревне, я помню, маленький был там. И кто-то говорит, старинная. Ну, мы улыбаемся, но если у человека хорошие эмоции, ведь они основаны на правдивом изделии. Мы, ну, это честное изделие, сделанное руками, С душой. С душой, да. Поэтому, конечно, это здорово. Изначально в Гжели занимались в основном гончарным ремеслом. Свое дело Алексей не называет бизнесом в том понимании, как мы относимся к этому слову. Это именно дело, в которое ремесленник погружен с головой и трудится почти без выходных. Чем и известно гжельский промысел, одним из его визитных карточек или, скажем, замечательных таких особенностей, это присутствие пластики на посуде. Кунганы, квасники, чайники, все, что имеет хваток, да, крышки. И не просто это какая-то шарик или там пуговка. Это обязательно какая-то скульптурка. Собачка, ягодка, человечек. Неважно, но обязательно присутствие пластики. Вот для меня лично, я считаю, что проявление, ну, художественного вкуса, навыков, знаний, творческого потенциала выражается в основном в пластике. Потому что если чашку, там, кружку, тарелку... Ну, мы можем повторить, да, они не являются каким-то оригинальным объектом, то вот здесь мы увидим именно лицо автора. У нашего героя удивительный дар объединять людей. При его непосредственном участии был создан Союз гжельских мастеров. Благодаря Алексею в Гжели есть дом, где живут художники. Когда ушел от нас Николай Борисович, ну он, его мастерская была здесь, на этом этаже, и мне пришлось его вещами заниматься, передавать родственникам. И у него был альбом. Ну, типа дневник, альбом, он записывал там какие-то, что он сделал, ну, рабочая тетрадь. И вдруг я вижу название там,
такой-то день, такой-то месяц, начало работы в терракотовом доме. И тут я онемел, потому что лучше и поэтичнее, и тематичнее нельзя назвать этот дом никак. И все, и это название зажило. Но мало того, можно было вообще никак не называть, если бы мы были одни здесь. Но опять же, вот всегда я хотел в такие помещения наполнить жизнью не только своей, но и коллег-художников. Потому что по опыту своему работы на объединении «Гжель», когда нас было там несколько десятков творцов, я понимаю, что нужен творческий котел, суп, в котором вот люди варятся, они смотрят друг на друга, общаются, не подсматривают. Просто вот это обмен какими-то внутренними силами, душевными, творческими. И это подстегивает. Это как посещение музея, например. То есть если ты в музей ходишь, ты постоянно находишься в тонусе каком-то, ты постоянно жаждешь что-то сделать творческое. Так и здесь. И вот этот дом, он именно дом, потому что в этом доме живут художники. Живет Валентин Криворотов, живет Ольга Морозова, живет Василиса Юдина, Рома Нестеренко, Вася Рыженок, Алексей Рыженок, Саша Гапонько. То есть это уже событие гжельского масштаба, во всяком случае, с которым считаются, которые знают, ценят люди. Эти изделия теплые и не только по составу материала. В них вложена теплота душ и сердец ремесленников.